Более 70 ветеранов Ленинского района с радостью откликнулись на приглашение принять участие в празднике. Никого не оставила равнодушным возможность встретиться друг с другом, насладиться общением в торжественной обстановке Дома культуры, тем самым окунуться во времена, когда в России была традиция устраивать балы. Инициатором проведения торжества выступила общественная палата нашего муниципалитета. Мы благодарны вам за то, что вы сделали для нас, когда мы были маленькими. Вот теперь мы хотим быть благодарны вам, чем-то быть полезным. В этот вечер перед самыми почетными гостями выступили воспитанники танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс», а также хор русской песни «Россияночка», в исполнении которого ветераны услышали свои любимые песни. Чарующая атмосфера бала нашла отклик в душе своих гостей, которые оказались очень благодарными зрителями. На лицах ветеранов можно было увидеть самые живые эмоции. Нам не хватает общения пожилым людям. И вот такие вот встречи, дружеские, теплые, домашняя атмосфера, где все тебе рады, где все тебе улыбаются, встречают. Накануне Нового года – это замечательно. Здесь эти рады чувствуют, вы видите, что они, как говорится, могут поделиться своими успехами, там, воспоминаниями. Той тяжелой жизни, которую они прожили, так сказать. И они чувствуют, что они нужны обществу. Все участники праздника единодушны в одном, чтобы бал, который в 2017 году проводится впервые, стал отправной точкой для целой череды таких торжеств для ветеранов. И это, по словам организаторов праздника, самая главная задача. Есть некоторые недочеты, уверенно будут замечания, но хочется их учесть и сделать этот бал традиционным, чтобы он проходил каждый год. И вот так вот в преддверии Нового года ветераны уже знали, что у нас мероприятие крупное, мы снова сможем все вместе собраться. По окончании бала никто из гостей не ушел с пустыми руками. Каждому ветерану были вручены памятные подарки. Екатерина Коваленко, Алексей Руднев и Ольга Садовская. Видное ТВ.